Всем привет! С вами Кацунеку, и поиграем в игру Кайф Лайф Ремейк 2017. Of course. Данный продукт является пародией. Ага. Очнуться — это начать игру, вспомнить — это загрузочка, подкрутки. Основные. New fuck. Сложность. Автонаводка, уйма патронов и хилые враги. Угу. Обыватель, элита, бешеные отморозки после 3 лет воздержания. Ладно, что тут стоит у нас? Обыватель. Не так, не сяк. Для большинства игроков. Доска с кнопками. Глянуть вниз. Для извращенцев. Поворот налево, поворот направо. Всплыть, утонуть. Хакерские примочки — это тильда, консолька. Так, пауза, следующий ствол. Так, мыша, мышной фильтр — это чё? Мыша будет фильтровать базар? Пиздец. Врубить джойстик. Вывернуть джой. Ну, это инверсия, да? Звук. Для всего, что можно, субтитры. Качество звука. Ладно, картинка. Широченная, алтфаговая, широкая, для крутых. О, сглаживание, мыльные фичи, расширение WinAero. Тут. Так, сойдет. Нахрен. Короче, нахрен. Окей. Особые перчатки. Такие выберем. Мега прицел. Показывать здоровье, патроны прямо над прицелом. Ага, доступен на уровне сложности элита. Доступен. Контрастные субтитры. Знаю. Эффект виньетки. Легкое декорирование, затемнение экрана по углам. Улучшение эффекта частиц. Пойдет. Что, начнем? Пролог. Просто бизнес. Царство бомжей. Река Белочка. Секретная мастерская. Кошмар гомофоба, блять. Наркотрафик. Мир животных. Зона 69. А, 69. Поза, да? Поза зона. Военный госпиталь. День десантника. Разгар событий. Башня Брунькова. Врачебная тайна. Титры. 15 этих. Че, начнем с пролога? Кайф Лайф Present. Ну что, Жора, добегался? Да, передозировка — это плохо. По себе знаю. Барбитура, аламинол, амфетамины. Хочется, конечно, дрябнуть иногда. Только после этого хренотень всякая мерещится. Нехорошая. Лаборатории какие-то, капсулы бегают. Такая байда, что и врагу не пожелаешь. Капсула. Вообще, я давно искал такого наркомана, как ты. Чтоб за пачку таблеток мог придушить родную маму. Один хмырь в Бобруйске сильно мешает моему наркобизнесу. Я хочу, чтоб ты сгонял туда и разобрался. Окей. В первой части мы на тоже в каком-то вагоне. Антиномия. Ведущий разработчик Артур. Ну что, нарколыга, проснулся? А ты что скажешь? Смотри, не наблюдай на меня. Окей.
Держись от меня подальше. Какое это? Ну все, приперлись. Давайте, уходите. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск-17. Бобруйск-17 – это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов в нашей колонии. Меня зовут доктор Бруньков. Я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. За порядком следят наши доблестные дружинники. Так что ведите себя хорошо. Ага, понятно. Будем вести себя хорошо. Запарил снимать, блин. Жора прыгнул. Товарищи, добро пожаловать в колонию. Ну-ка, подкрутки основные. Доска с кнопками. Ходьба. Альт. Бобруйск 17. Бобруйск 17 это новейшая оздоровительно-воспитательная колония. Я иду. Созданная специально для вас. Нет. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов в нашей колонии. Меня зовут доктор Бруньков. Я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. За порядком следят наши доблестные дружинники. Начальник, ну хоть так что ведите себя хорошо. Проходи. Нехороший человек ты, начальничек. Лосось вызывает баклана. Прием. Эй, у вас закурить не найдется? Не, не курю. Ой. Бобруйск Today. Постеры различные. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск 17. Бобруйск 17 телефон. Это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов в нашей колонии. Меня зовут доктор Бруньков. Я здесь самый главный. Ты испытываешь мое терпение. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. За порядком следят наши доблестные дружинники. Так что ведите себя хорошо. Ой-ой-ой. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск 17. Бобруйск 17 – это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности. Здесь даже сигарет не избавляются от своих недугов в нашей колонии. Меня зовут доктор Бруньков. Я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. Какой голос. За порядком следят наши доблестные дружинники. Ты что, дебил? Так что ведите себя хорошо. Мне сейчас не до тебя. Ладно. Биф Кинг. Салон красоты измены. Меняем вас до неузнаваемости. Измена. Да. Доза. Кому там доза нужна? Самое страшное, это если закодируют. Хрена у меня. Воспитательная колония, созданная специально для вас.
алкоголики, наркоманы, психически неустойчивые личности одинаково легко появляются. Ты охуел? Меня зовут доктор Бруньков. Я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что жить надоело. Запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, ты охуел? Проституция. Расписание поезда Бобруйск 13 Нижней Италии. Так что ведите себя Нижнекупинск. Что тебе надо? Доза. Мне нужна доза. Я не проживу и часа. Доза нужна. Ага. Нарик. Белочкина, Бобруйск. ДК Трещина. Село Небухалово. Ну да. Село Оргазмово. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск-17. Доза. Бобруйск-17 ну, да. Это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов в нашей колонии. Меня зовут доктор Бруньков. Я здесь самый главный. Не нравится мне, что там происходит. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, еще употребление наркотиков, а также проституция. Найдут, а потом такой пизды вломят. За порядком следят наши доблестные дружинники. Так что ведите себя хорошо. Пузырь говорит, можно протащить? Нет, говорит. Даже через противогаз чувствуете, что воняет. Вас понял. Через противогаз? Проходи, желаю здесь. Погоди. Заходи. Куда послали? Вполне. Чё? Я сказал пизду. Сортировочная станция. Давай. Двигай. Проходи. Товарищи, добро пожаловать в колонию Бобруйск-17. Бобруйск-17 — это новейшая оздоровительно-воспитательная колония, созданная специально для вас. Алкоголики, наркоманы и психически неустойчивые личности одинаково легко избавляются от своих недугов в нашей колонии. Меня зовут доктор Бруньков. Я здесь самый главный. Хочу сразу вас предупредить, что в нашей колонии запрещено распитие спиртных напитков, употребление наркотиков, а также проституция. За порядком следят наши доблестные дружинники. Так что ведите себя хорошо. Идти дальше. Проблемы нужны. Военный госпиталь. Чего надо? Лиляш, пошли со мной. А, охрана. Пойдем. Ты мне статью тащишь, а? Не мой это порошок, блять. Сам сука бросил его в карман мне. Окей. Сюда! Сюда! Ебать! Колотить! Колодрубить! Иди нахуй отсюда! Назад! Ладно. Надо отключить эту камеру. Итак. Что, обосрался? Это ж я, Буряков, тон, твой кореш. Буряков. А я смотрю, ты почти повелся на маскарад. Ковтун. Я тайно работаю на мордоворотах Брунькова, а заодно тайно достаю информацию для нашего гнусного преступного синдиката. Да, Боря, что ты там хотел? Я сейчас очень сильно занят. Хватит трахать своего на козьего врача похож. Ебать мою лысину. Боря, козий врач. А я думал, он нас... Это я. Ты его недооценил. А ведь вот он тут, живой и как огурчик. Ну и что прикажешь делать с ним теперь? Надо бы его к тебе переправить. Как же он найдет мою конуру? Это ведь очень нелегко, тем более у него и карты нету. А хули, ему же не 5 лет, а вось не заблудит. Ладно, конец связи, а то трафик идет. Давно пора локалку ставить. Жора, с возвращением тебя. Ну что, Жора, тебе нужно добраться в убежище Изи. Твою мать, как не вовремя ревизия-то, а? Жора, давай сюда. Ага, сейчас. Он уже рядом. Ну какого хрена ж ты ждешь? Сейчас.
вспомни, как ты раньше лазил по форточкам. Давай, еще увидим. Все в порядке. Е поднять. Скреж дыре. Так, что нам нужно сделать? Прыгать по форточкам. О. Е поднять. Ну, Е это мы уж подымали тут все. Это мы знаем. Оба-на. Ага. Ни хрена себе. Что, так можно? Хрен бы догадался. Там. Давай. Подложить себе. Чтоб помягче было. Эй. Нифига он. Да и хрен с тобой. Бам. Бам. Ирпич. Ирпич. Ух ты. Этого я не знал. Погоди немного. Так, F. F6 сохранится быстро. Что за перчатка, я не знаю. Валяйтесь в сточном канале по уши в грязи. А любой проходящий мимо может пнуть или обворовать вас в таком состоянии. Ну как это, хорошо, нет? Конечно, нет. Так к чему я все это говорю? А к тому, что пить надо меньше. Вот я, например, без повода к стакану не притрагиваюсь. Только по праздникам. Так что, дорогие мои пациенты, пытайтесь сдерживать себя. Имейте терпение. Ха-ха. Подумайте насчет того, что я вам только что сказал. Отошел. Приспешу на терпение. Ой. Ща въебу. Я сейчас мужа позову. Ты что? Нету у меня мелочи никакой. Мне сейчас не до тебя. Что-то отвали от меня! Тащит что-то. Так. Может, мне тоже получить надо медикаменты? Отвали! Чё это? Дозатор таблеточный. Да не говори, блядь.
Правду говорит. Так. Частота воды, качество теней. Текстуры для четких. Турки получше сделали. Запер. Дозатор таблеточный. Ты кто? Пиздуй в очередь. Ладно. Да мне идти-то надо. Пойдем сюда. Так. Бамс. Бумс. Телефон, телефон. Так, на улицу. Ну, интересно. Так, вышли мы в город. Ёптерный театр. Куда мне идти? Отвали от меня! ЖКХ. Или ЖКХ. Отель. Отель ЖКХ. Жилищно-коммунальное хозяйство, что ли? У нас здесь не все пациенты. Не пугай голубей. Не пугай голубей. Так. Порно. Острые такие странные какие-то. Товарищи, в общем, я сегодня в оригинальный Half-Life 2 не играл. Ни в первый, ни в второй эпизод вообще. В первый даже не играл. Прежде так, всего, немного. Алкоголь не только калечит нашу с вами так, печень, здесь у нас и воняет перегаром. Что это не показывает здесь? Он также превращает нас из людей в пьяных свиней. Что тут? Не знаю, Eagles XP? Вы напиваетесь до усрачки. После чего отменитесь. Ага. Нави, полностью а любой проходящий мимо документы может срочно и не очень. Обворовать вас в таком состоянии. Ну как это? Хорошо, нет? Конечно, нет. Так к чему я все это говорю? А к тому, что пить надо меньше. Ну да, бухайте меньше. Без повода к стакану не притрагиваюсь. Только по праздникам. Так что, дорогие мои пациенты, парили. Пытайтесь сдерживать себя. Имейте терпение. Подумайте над тем, что я вам только что сказал. Что где? Откуда только берут таких наркоманов? Так. Тут чё? Сувениры. Тут мы вышли. Уже сюда. Подсвечивается. Отвали. Какие снимки? Мужики на дежурстве. Иди дальше. Что-то там делают, кого-то поймали. Я сказал, еби отсюда. Ладно. Уговорил. Не курю. Ух ты ж какая. Слышится шагоход. Что это за херня была? Ага.
Ладно. Санитар просит уйти. Не надо атаковать. Я наведем порядок. Распрыжка как этот в Quake. Ух ты. Где тут? Ой, похоже. Похоже, туда нельзя. Да. Чё? Сейчас наведём порядок. Ой-ой-ой. Всё, хорэ. Хватит. С вами был Кацунэку. Оценивайте видео. Всем пока.